Здравствуйте, Зинаида Петровна. Здравствуйте. Рада вас очень видеть. Так тем более, что вы у нас редкий гость на телеэкране. Это правда. Не знаю, если нужно чаще. Сознаюсь сразу. Вот, я решила вас позвать на итоговую программу, потому что хочу поговорить не только о политике, но и об экономике, потому что это такие вопросы, которые волнуют, наверное, каждого гражданина Республики Молдова. Идет? Начнем тогда с экономики. Вот практически все эксперты, ну, или те, которых я уважаю, к мнению которых я прислушиваюсь, оценивают экономическую ситуацию в стране как не просто тяжелую. Некоторые говорят, что мы близки к некой катастрофе. Вы согласны с такой оценкой? Я думаю, что это абсолютная истина, что наши граждане, наши люди лучше всего на себе, на собственном горбу ощущают ситуацию нашей экономики. Потому что действительно все очень сложно. Сложно, как бы ни говорили, что это сказывается кризис в регионе, мировой кризис в экономике, цены на энергоресурсы. Мне кажется, что самая большая беда в самих нас, в Молдове. Потому что не будь тех мер, которые произошли в стране, тех инцидентов, которые произошли... Скорее инцидентов. Инцидентов, все-таки, которые произошли в нашей стране, банковская система пострадала больше всего, потому что нынешние правители, видимо, к этой операции по краже миллиарда из банковской системы, который знает весь мир, даже самые простые граждане, я летом ездила, меня простые люди спрашивали не из страны, знают про то, что произошло у нас в стране. Я думаю, это и повлияло на то, что резко ухудшилась экономическая ситуация в стране, финансовая ситуация в банковской системе. Но надо признать, что об этом все знали, кто находился в руководстве страны. Об этом не могли не знать ни президент, председатель парламента, премьер-министр тогдашний, Центр по борьбе с коррупцией. Все, абсолютно все знали об этом, но все тихо молчали, и все с их молчаливого согласия произошло то, что произошло. Это повлияло и на рост тарифов, на рост цен. Если мы говорим, что за 10 месяцев цены в Молдове выросли на 13,5%. На курс лея как повлияло? На курс лея, да. То надо признать, что самые необходимые товары, допустим, овощи выросли на 49%, медикаменты на 21%, тарифы, которые на 20%, которые на 18%. Но это же все ложится на плечи граждан, поэтому ситуация очень сложная. Сложная ситуация с бюджетом. По-моему, такой сложной ситуации, Людмила, с бюджетом не было, наверное, с 90-х годов. Даже в 90-е годы, в те лихие 90-е годы, даже тогда не было такой сложной ситуации, что в конце года в казначействе лежали более 3 миллиардов непогашенных платежных поручений. Почему непогашенных? За которых не рассчитались. То есть это реальные долги. Я думаю, что за 10 месяцев, не то что думаю, об этом говорят по исполнению бюджета, не профинансировали в национальном публичном бюджете расходов из тех, что были предусмотрены уже с уточнением бюджета на 7 с лишних миллиарда лей. За 10 месяцев только не профинансировали. Вы представляете, какая это катастрофа? Я представляю. Я вот, у меня был такой вопрос по поводу того, что мы входим в этот год без бюджетной налоговой политики. А это уже седьмой год. Вот, да. Это уже седьмой год. Вот, но вы говорите, что так плохо не было никогда. Так плохо не было никогда. А потом... бизнес сидит и слушает. А что же, мы уже как бы и привыкли, да, с тем, что мы входим в каждый Новый год, и мы не знаем правил, да, по которым мы будем играть, и что нам делать, и как. Привыкли-то привыкли, но из этого нужно выходить как-то, понимаете? Да. Это не должно быть так. И мы постоянно об этом говорим. Спасибо. Мы постоянно об этом говорим и в парламенте, и в комиссиях, обсуждаем эти вопросы, но мне кажется, что те, которые находятся у власти, они как-то как немые к этому, как глухие к этому. Не то, что немые, глухие к этому. Они просто
просто не слышат всего того, что рационально должно быть и что предлагается. Они не хотят даже голосовать за нормальное, серьезное изменение. Я поняла. То есть для бизнеса правил практически пока не их нет. Существует. Их не существует. По-моему, бизнес затаился, не хочет инвестировать, потому что инвестиции снизились. Бизнес затаился и ждет, что же будет дальше. Ну, с бизнесом понятно. Вот теперь такой, давайте так, я буду вам простые вопросы задавать, которые волнуют всех. И с бизнесом ясно, что ничего не ясно. Вот что делать с простым людям? Люди как ведь рассуждают? Финансово-банковская система у нас практически рухнула после ситуации, да, с этими банками. Не доверять вообще сегодня банкам, думают люди. Что делать с деньгами? Хранить их в кубышке? Или, может быть, есть какие-то банки на сегодняшний день, которым стоит доверять? Или, может, еще какие-то вот проводить операции? Что посоветуете? Сложно сейчас советовать людям, и, по-моему, люди даже не хотят прислушиваться к каким-либо советам, потому что каким сказать точно, что можно доверять каким-либо банкам, ну, я обычно говорю, там, где есть большинство иностранного капитала. Да. Потому что нашим молдавским банкам, где меньше всего иностранного капитала или есть какой-то скомпрометированный иностранный капитал, точно доверять нельзя. Ну, это показали последние события. Да, как раз какие банки пострадали. Да. А я думаю, что и в других банках не такая уж простая ситуация, потому что под монетаризацией, под особым управлением находятся еще 3 банка. Угу. Не будем их называть, но, по-моему, все это знают. Знают. Поэтому, значит, и там не такая простая ситуация. С кредитами то же самое. Вы бы не советовали вообще людям на следующий год брать кредиты? Либо подумать? Я думаю, что люди не очень-то берут кредиты, пользуются кредитами. Что нужно посоветовать людям, и чтобы я посоветовала? Те банки, которые предлагают высокие процентные ставки по депозитам, значит, у них точно есть какая-то проблема, чтобы люди не покупались на высокие ставки по депозитам. Иначе они просто пострадают. Зинаида Петровна, вот очень важный вопрос курс лея. Вы начали говорить о том, что в результате этой аферы века мы были свидетелями тому весь год, как скакал, знаете, курс лея. Это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо, но вот в этой, во всей ситуации, вот как вы полагаете, я не знаю, будет еще падать? Потому что многие говорят, нужно посмотреть, как евро будет себя вести. А вот если, знаете, доллар падает, а евро стабильный, да, то значит что-то в стране непорядок, внутренне, да, вот если вот ситуация по отношению к доллару. Вот как-то, как бы вы могли все это прокомментировать? Очень сложно предугадать, как будет себя вести доллар по отношению к евро, потому что от этого курса зависит, что произойдет в реальности в дальнейшем у нас, если у нас не произойдет еще каких-то афер. И если банки не будут дальше зарабатывать на этом искусственно созданной ситуации. Поэтому я думаю, кто-то говорит, что дойдет курс до 40. Кто-то рассказывает еще. Мы даже знаем, кто говорил по поводу 40. Я думаю, что этого не произойдет. Во всяком случае, наша банковская система должна в конце концов чему-то научиться. Да и те, кто руководит страной, должны следить за этим очень четко, потому что дальше опускать такое невозможно. И я думаю, что наши внешние партнеры Молдовы, если до сих пор как-то закрывали на все глаза и говорили, что все у нас проевропейская власть, и мы ей должны доверять, и все будет хорошо в стране. По-моему, ситуация совершенно изменилась к другому. И какое бы ни было правительство, этому правительству придется делать реформы. Если будет правительство, если еще изберут до 29 января правительство. Но этому правительству придется делать реформы. Иначе никакие международные кредиторы в страну не вернутся. В первую очередь, Международный валютный фонд. Международный валютный фонд вот буквально вчера также предсказал мне довольно радужную перспективу на 2016 год по мировым экономикам, по экономике Соединенных Штатов, по экономике Китая, где предсказал спад.
Все-таки мы же зависим от энергоресурсов полностью, от импортируемых. То есть наша экономика, маленькая экономика Молдовы, если такова еще осталась, потому что в этом году был полностью спад по всем разделам, она очень много зависит от того, что происходит на мировом уровне и региональном уровне. Но нам, Молдове, придется делать очень такие, может быть, где-то и болезненные реформы, которые абсолютно без этого невозможно будет. Самое главное, если к власти придут те люди, которым народ будет доверять. Вот в нынешнем составе парламента я не вижу, что породит какое-то правительство, которому будет народ доверять. То есть все-таки политическая воля. Конечно, самое политическая главное. Воля. Хорошо, если мы так вот идем вот по пунктам, тарифы. Очень болезненная тема. Очень болезненная тема. Да, ну смотрите как, когда приходят представители Юнион Финос или Молдова Газ, уже у них как бы ну, вроде железный аргумент. Они говорят, посмотрите, что стало с курсом лея. Правильно, а кто это сделал? Кто довел этот курс до этого? Они, конечно, поставщики в этом не виноваты. Виноваты да, в этом. Но с другой стороны, народ-то, извините, оплачивать неоткуда, да? То есть вот поэтому эти повышенные тарифы. Да, я понимаю, что поэтому вы вышли, поэтому с палатка этой инициативой. Есть. Нет, нет, поэтому мы вышли с законодательной инициативой о том, что разницу в тарифах между старыми и новыми тарифами, чтобы оплачивало государство. Нас спросили, откуда, верните миллиард, пожалуйста. И не только на тарифы, на разницу в тарифах хватит. Это хорошая инициатива, но шансов быть принятой, вы понимаете. Ну, я не знаю, мы ее начали обсуждать, в нескольких комиссиях она прошла, но шансов быть принятой посмотрим, смотря какой будет парламент и чего он хочет в дальнейшем. Вот те, кто сейчас у власти, они сейчас надеются на МВФ. Вот не скрывают. Я не знаю такого чиновника, который бы с придыханием не говорил. Как это важно нам на сегодняшний день иметь хорошие отношения с международным валютным фондом. А они понимают, для чего нам нужен МВФ? Да, они даже объясняют это так, что без того, чтобы нам, значит, у нас была программа с международным валютным фондом. Без зеленого света. Да, да. Мировой банк, вы знаете эту схему, доноры, не мне вам это все говорить. Вот они это говорят, поэтому нам необходима программа сотрудничества. Возникают вот два варианта действия. Первое. Вот смотрите, учитывая, что наши власти любят выкидывать такие коленца хорошие перед визитом, каждый раз в миссии, да, МВФ. Ну, да. Все понимают, последний раз это был губернатор Нацбанка. Вот представим себе такую ситуацию. МВФ денег не дает и программу не подписывает. Что будет? Будет очень сложно. Будет очень сложно. Даже если правительство, допустим, которое может прийти, на первых порах найдет какие-то резервы внутренние, внутри страны. Вы полагаете, они еще есть, эти резервы? Я полагаю, что они еще есть, если их еще, самое главное, надо уметь и рационально использовать. Я даже не буду говорить, где эти сейчас резервы. Вы не хотите им просто высказывать? Да? Они додумались украсть то, что украли, пусть додумываются, как найти и поставить на место. Но даже если они на первых порах найдут какие-то средства, а эти средства нужны для того, чтобы оплачивать пенсии, зарплаты на текущие расходы. Абсолютно точно. Потому что вы слышали, что нынешний кандидат сам признался. Мы об этом знали и раньше. Минфин об этом говорил. О том, что средств в бюджете, в казне практически может хватить для того, чтобы рассчитаться с зарплатой, с пенсиями, с другими социальными пособиями за январь месяц. А с 1 февраля будет очень сложно рассчитываться. Поэтому даже если найдут на февраль-март, дальше что? Валютный фонд, если придет, он придет с четкой программой. То есть и скажет, что вот нужно сделать это, другое. То есть вы уже начали переходить ко второму варианту. То есть если денег не дают, то нам приходится очень плохо. Очень плохо. Потому что никакие международные кредиторы без сигнала МВФ с нами иметь дело не будут. Вы знаете, что сделала Румыния? Знаю, я видела этот фильм. Даже если бы этот закон был промульгирован румынским президентом,
он не, это никак не означает, что деньги поступят в страну. Да. Надежда была, и бюджет был уточнен. И нам было уже объявлено, что первый транш получит страна в четвертом квартале этого года. Не произойдет это. И я думаю, что этого не произойдет, пока не приедет Международный валютный фонд. Так по международной практике. Да. Так. От этого никуда не денешься. Ну, делают иногда они исключения. Ну, МВФ, думаю, ну, вот для Молдовы, да, да. Для Украины это другая тема. Хорошо. Теперь вариант второй. Все-таки они приезжают и вот договариваются с нашим новым правительством. Угу. Цена вопроса. Если будет такое. Да, если будет такое. Вот они же, знаете, обычно требуют каких-то таких очень... мягко, как бы так вот это выразиться, неприятных вещей. Да? Ну, правильно. Да. А они всегда требовали? Всегда требовали. Этот всегда. Раз чем будем платить? Я думаю, что в первую очередь многими социальными вопросами, как то пенсионный возраст. Так. Я думаю, что некоторыми другими вопросами приватизации некоторых объектов, которые были стратегическими для страны, они потребуют. Ищите деньги, изыскивайте. Что у вас еще ценное осталось, продавайте. Я думаю, что это будет касаться и других реформ в области судебных реформ, в области прокуратуры. Они будут требовать это, хотя, может быть, это даже не дело непосредственно валютного фонда, но они вместе с тем этого будут требовать. И многие другие вопросы, которые просто ударят очень болезненно по нашим гражданам. Ну, выхода, в принципе, кроме как все равно соглашаться, у власти, у власти просто не будет. У власти просто не будет, потому что надо признать, что страной управляет страна не управляется изнутри, а страной управляют наши внешние партнеры, партнеры молдавского нынешнего правительства. А надо было бы, чтобы мы имели такую власть, которая будет защищать интересы своей страны, своих граждан. Вот об этом. Кто будет такой? Кто не будет бегать просто за кредитами, а будет искать, изыскивать средства внутри, чтобы не воровали, чтобы деньги поступали в казну, чтобы бюджетные средства, даже те маленькие, не разворовывались через различного рода тендеры и все прочее. Зинаида Петровна, у нас так сложилось, что вот состояние экономики зависит от очень многих факторов. Но некоторые мы можем сейчас назвать, да? Это прежде всего, ну, всегда рассчитывают на деньги гастарбайтеров. У нас говорят, что очень важно, чтобы присылали побольше. Вот сейчас мы почувствовали, что они шлют меньше. Это сокращается. Состояние, да, сокращается. От состояния нашего экспорта. Ну, мы видим, когда у нас... И экспорт сокращается. Экспорт, да. Когда мы видим, что Россия была закрыта. Потеряли российский рынок. Потеряли, да. От внешних факторов, о которых вы говорили, что мы от региональных зависим. Я бы еще от себя добавила и от внутреннего беспредела. Ну, вот конечно. Как-то так. Да? Да. Вот в следующем году вот эти факторы, да, вот как они повлияют на то, что у нас сейчас происходит? Что будет? Да будет дальнейший спад. Если власти не будут думать о том, как восстановить в первую очередь своего стратегического партнера, то есть стратегическое партнерство с Российской Федерацией, хотим мы, не хотим, но мы зависим полностью от этого рынка, потому что этот рынок съедает все, что мы могли бы производить. А мы должны наращивать производство и экспортировать. Потому что у нас сегодня, к сожалению, экономика базируется, наша молдавская экономика, на потреблении. Она не базируется, потому что мы получаем деньги от гастарбайтеров, импортируем, тратим, все. Да. И никакого развития. А вообще нужно расширять производство, переориентировать вообще экономику от экономики потребления к экономике производства и экспорта. Мы маленький рынок как потребление, поэтому мы то, что мы можем производить, наши способности, нужно экспортировать и расширять рынки экспорта. Я не говорю диверсифицировать их, я не говорю, что мы должны сосредоточиться только на российском рынке. Но должна произойти диверсификация. А российский рынок раз этого требует, значит, мы должны иметь способность туда экспортировать. А сегодня у нас экспорт действительно падает, импорт падает,
потребление домашних хозяйств, способность потребления домашних хозяйств падает весь этот год. Давайте тогда перейдем к политике. Я не знаю, будут ли ваши прогнозы более оптимистичны, но начнем мы вот с чего. Знаете, фразой года, вот я так, например, считаю, не знаю, если вы согласитесь, стало определение господина Янгланда. Вот политическая система Молдовы была характеризована так. Молдова – захваченное государство. Вот, на мой взгляд. Об этом все говорят. Да, ну знаете, так об этом, когда сказал такой высокопоставленный европейский чиновник, это тут же превратил, он как бы смысл, знаете, еще стал несколько другим. Вот почему так происходит? Вот кто в этом виноват? Политики, вот, или система, на которую, знаете, обычно у нас пеняют. Или, Зинаида Петровна, люди тоже виноваты, потому что они идут и голосуют. Люди идут и голосуют так, как голосуют, из-за своей бедности. Вот так. А к власти? Ну, а как иначе можно объяснить, который человек идет за ни за что? За 2 килограмма риса и идет и голосует? Очень многие не только из-за килограмма риса. Понимаете как? Понятно, что рис, да, где-то там покупают. Но очень многие аналитики не могли объяснить, почему на местных выборах после миллиарда люди шли и голосовали за эти же партии. На местных выборах совершенно другая ситуация. На местных выборах люди голосовали в первую очередь за людей, которых они знают. Потому что там за конкретных людей, которые и даже если они были выдвинуты какой-то партией, если они чего-то ранее сделали в каждом конкретном населенном пункте, люди, наверное, за них голосовали. Но кроме того, потому что местные выборы и парламентские нельзя сравнивать, по сути. Ну, кроме того, конечно, и влияние партии. Влияние партии, которые подкупали людей. И даже если есть такие партии, которые они бы не взяли большинство, но имеют большинство председателей районов. Тут уже не от людей зависит, потому что председатели районов выбирают советники, районные советники. И тут понятно, что шла игра, которая шла. И сегодня оказывается, что районами руководят те, которые руководят. Причем очень много новых, совершенно новых людей, которых даже люди, может быть, где-то и не знали. Но голосовали, потому что голосовали. Конкретные люди – это примари в селах. Там более конкретные люди. Я смотрю даже по примеру партии социалистов, потому что сегодня у нас 53 примаря. И, в принципе, люди, которые были выдвинуты на примари, шли по спискам партии социалистов. Мы сразу видели, те, которые достойные люди, и мы были уверены, что они выиграли. Там где-то было какое-то... Ну вот хорошо, что вы были правы. Я не говорю, что 100% есть, это и есть истина. Но вместе с тем этот фактор тоже есть. И люди голосуют так, как голосуют. Потому что людям, вы знаете, есть разные моменты. Иногда людям до того все надоело, что они вот хотят услышать что-то, которое выдавали бы за чистую монету, за чистую правду. Вот, знаете, я получается, такой как хороший, я, нет, приду... я сам обманываться получается, так? Да, так, да, так, да, так рассуждает потому что, избиратель. Я не знаю, если даже идет сильно большое рассуждение, потому что людям надоела эта серая жизнь. И они увидели что-то яркое и думают, вот этот наш осчастливит. А что будет дальше? Что будет в реальности? Как-то люди покупаются на очень... Не знаю, мелкие эмоции, что ли. Как бы, примитивные какие-то обещания, на мой взгляд, не знаю. Это есть идея, самые настоящие примитивные обещания. Или просто лозунги какие-то самые такие примитивные. Без того, чтобы даже те, которые говорят, это не думают, как это можно будет реализовывать. Им самое главное подкупить избирателя, да, чтобы избиратель на это купился. И даже знаем чем. Я соглашусь здесь с вами, но все-таки, когда людей спрашиваешь об этом, почему у нас так происходит, ну вот почему мы так плохо живем, они все-таки говорят, что виноваты политики. Ну правильно, они, потому что те, которых выбрали, это оказывается, да, в действительности не, и вот, не люди, государственники. Да. Так произошло в 2009 году. Люди хотели какого-то изменения. В 2010 году.
Они думали, что вот те новые политики, новые и старые, потому что их нельзя назвать, те, которые пришли. Ну, пришли и новые, да. Пришли и новые, новая партия. Да. Вот, но новые партии думали, что вот будет какое-то изменение. Оказывается, люди обманулись. К власти-то пришли те, которые не думали думать о собственной стране или о народе. Они думали совершенно только о своих интересах. Я согласна с вашими рассуждениями здесь. И когда вот подтверждение получается, да, что сейчас народ требует смены политического класса и на левом, и на правом фланге. Мы видим сейчас, да, вот да. Вы согласны со мной, да. Те процессы, которые начали происходить. Конечно. На правом фланге вообще там новые лидеры появляются, проекты там, значит, какие-то. На левом тоже мы видим то, что произошло с партией коммунисты некогда. Это была партия... Очень сильная партия. Очень сильная. Жаль, что такая хорошо структурированная партия оказалась разрушенной практически. Почему это произошло? Это, наверное, надо спросить, потому что я говорю с рядовыми членами партии в районах, когда бываю, встречаюсь очень часто, причем многих, которых я знаю, еще будучи, когда я была, хоть и не была членом партии, ну, когда была в той команде, когда была там команда, люди обращаются по-прежнему, просят где-то совета, где-то какой-то помощи, потому что нельзя людям отказывать в этом. Они очень возмущены тем, что произошло. Как же так можно? Как можно подыгрывать нынешней власти? Поэтому я думаю, что то, что сделано, не мое дело рассуждать, что произошло с партией коммунистов. Но последнее, что произошло, мне кажется, что это все четко, очень хорошо спланировано. Все заранее задумано. Это не какая-то неожиданность, как бы что ни говорили. Я хочу вам сейчас задать очень личный вопрос, который я адресовываю и сама себе тоже, этот же вопрос. Потому что вот я его формулирую так. А если бы я тогда не вышла из фракции партии коммунистов Республики Молдова? Вы себе задаете этот вопрос? Вот сейчас, да? Смотрите на ситуацию и думаете. А вот если бы я, Зинаида Гречанная, тогда не ушла, что бы я делала? Разрушение команды началось, наверное, немножко раньше. Я уже говорила об этом. Был бы тогда этот политический проект партии социалистов, и не был бы, я бы оттуда все равно ушла из той команды, потому что я уже не оказалась нужной в той команде. А когда человек остается не у дел, я, например, не могу сидеть просто так и наблюдать со стороны. Если я могу что-то сделать, я делаю. Если нет, значит, я ухожу оттуда и все. Поэтому я думаю, что... Почему это произошло? Потому что вот то, что я пытаюсь сейчас со своими коллегами и постоянно говорить, каждый человек, команда очень важен. Очень важен и очень ценен. Каждый человек команды. И каждый человек команды должен знать, что он нужен команде. Потому что если его просто оставляют в стороне, он оказывается не у дел, значит, его кто-то подберет. И это происходит, по-моему, в любой команде. В любой команде. Есть, конечно, это не абсолютная истина, что только так происходит. Но мне кажется, для того, чтобы этого не произошло, просто всю команду нужно держать вместе. Я общаюсь с очень многими коллегами по правительству, может быть, вы знаете, и некоторые из них есть и в нашей команде. Да. Некоторые были и на местных выборах в нашей команде. Причем они безо всякого. Катринич, по-моему. И Катринич, да. И Стратан. И они стали муниципальными советниками. Но когда я с ними говорила, они безо всякого согласились прийти в команду и сказали, да, мы готовы работать. Мы готовы работать, подставить плечо для того, чтобы сделать лучше. Потому что
Андрей Васильевич Стратан сказал, я просто не могу сидеть и наблюдать со стороны о том, что и смотреть на то спокойно в стране, что происходит. То есть люди за это переживают, и поэтому любой человек команды очень ценен. Самое главное, чтобы дух команды чувствовался, и не были различные течения. Когда начинаются в команде различные течения, и один грызет другого, это уже не команда. Ну, судя по всему, вот вы так говорите, получается, что у социалистов этого нет. Может, в этом секрет успеха, который прошла эта партия за этот год? Потому что для партии он очень успешный. Будем надеяться, что этого и не будет, потому что в нашей команде, даже в команде парламентской фракции, у нас не все члены партии. Но это не мешает нам работать вместе, вместе принимать решения. Кстати, я хочу сказать, что у нас очень хорошая команда, и есть люди в более возрасте, есть молодежь, которая учится, умеет учиться и работает. И работает над собой, и, по-моему, вся страна это видит, потому что это довольно активная фракция. И для меня особая гордость эта фракция. Да, я не говорю, что там люди все просто берут под козырек и выполняют то, что говорит председатель фракции или председатель партии. Такого не происходит. У нас очень бурные обсуждения на заседании фракции, но заседание фракции как минимум два раза в неделю. Поэтому все решения принимаются совместно. Коллегиально. Даже если есть другие мнения, конечно, это все обсуждается. Кто-то пытается друг друга убедить, потому что все мы разные, совершенно разные люди. И пришли с разных сторон. Поэтому собрать, вот сплотить такую фракцию, мне кажется, что нам это удалось. Что бы там ни говорили про нашу фракцию, мне однажды журналисты задали вопрос: вот вы говорите, что вы человек команды, а как вы представляете себя рядом в команде вот с таким человеком? Я сказала, а мы все люди. И я уважаю любого, потому что он человек в первую очередь, а во-вторых, мы все будем учиться друг у друга и воспитывать друг друга. И это нужно делать в любом коллективе. А почему кто-то считает себя большим начальником, а все остальные никто? Так не может быть. Вы убедили журналиста этого вашим ответом? Ну, не знаю, я думаю, что да. Тина Петровна, вот сейчас, когда с партией коммунистов произошло то, что произошло, к вам стали приходить члены ПКРМ проситься в партию? Я не знаю, я не могу отвечать о том, что, потому что этим я занимается, понимаю, политоисполком, да, а я, в принципе, я просто общаюсь с многими рядовыми членами партии коммунистов, бывшими или те, которые еще сегодня есть, в основном на местах. Те, которые готовы были перейти, многие из них уже перешли к нам. Те, которые еще думают, пусть думают, мы никого силой не заставляем. Человек сам внутренне должен дойти. Нельзя его перетащить силой или убедить чем-то, или подкупить чем-то. Как вы вот различаете, что вот этих людей надо брать в партию, а вот эти, они как бы пришли к нам, потому что видят, что у нас самая большая там фракция в парламенте, потому что мы так сильно выросли. И вы точно видите, ну, можете предположить, по крайней мере, да, что не совсем бескорыстно. Знаю, у нас такие есть. Есть те, которые пошли с нами на местных. Да, вот этих людей. Есть, которые пришли на местных выборах, пошли под знаком нашей партии, партии социалистов, для того, чтобы остаться в должности примара, муниципального, сельского советника. Есть и такие. Мы это не скрываем, мы этих людей знаем, я их знаю. Знаете, в первую очередь, почему мы согласились, чтобы эти люди пришли к нам в команду? Потому что на самом деле это действительно хозяйственники. Это люди, на самом деле, которые в том или ином населенном пункте имеют уважение людей. Авторитет. И разбрасываться такими кадрами не стоит. У нас рынок человеческих ресурсов очень ограничен. Да. Поэтому, конечно, мы с ними работаем, привлекаем свою команду, пытаемся доказать их ценность, а этим можно только привлечь. Мы с вами очень часто вот во время этой беседы говорим, что народ устал, и это все можно понять, и то, что вот происходит сейчас, не радует ни душу, ни глаз, ни сердце.
Зинаида Петровна, будет революция? Или нет? А зачем нам революция? Нам нужны... Вот прогнозируют, нам что нужны. В январе, после вот всех политических, скажем так, событий, которыми мы стали свидетели, я думаю, народ что просто сейчас, уже готов, знаете, с сейчас очень велика вероятность, что все-таки будут досрочные парламентские выборы. Осталось до 29 января. Мы свою позицию объявили очень четко. И люди, я вот буквально на прошлой неделе, в субботу, в воскресенье ездила по районам, побывала во многих районах в северной зоне, и все говорят, только досрочные выборы. И когда провоцируешь и спрашиваешь, а вы не устали от досрочных выборов? Они говорят, не дай бог, чтобы вы проголосовали за какого-то ставленника нынешнего парламента. То есть за премьера какого-то? Да, они категорически против. Они сказали, люди говорят, досрочные парламентские выборы, и тогда мы уже будем очень внимательны к тому, кого будем выбирать. Верить просто так, конечно, я думаю, что народ не будет. Что касается революций, у меня часто в голове крутится одна мысль. Те, которые пришли к власти через насилие, тоже насилие может их убрать из власти. Вот эта мысль мне постоянно не дает покоя. Но все-таки мы, те, которые находимся в парламенте, наша партия, партия социалистов, будет делать все возможное, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись. Поэтому и наши мирные протесты бесконечные, которые начались с лета и продолжаются до настоящего времени. И мы это будем делать. Мы будем требовать отставки. Потому что я не думаю, даже если досрочные сейчас изберут какого-то премьера и правительство, но вы прекрасно понимаете, что в марте месяце будут досрочные парламентские, будут президентские, выборы. А да. Президентские выборы, ну каждый из них, из нынешних партий, которые находятся в парламенте, каждый хочет, чтобы их руководитель стал президентом. Каждый видит себя президентом. Но самое печальное то, что каждый, кто видит себя президентом, не думает, как бы осчастливить людей, как сделать людей более счастливыми, как сделать жизнь более комфортной в стране. А каждый думает и видит себя президентом, как бы отомстить своему оппоненту и как бы самому еще. Я говорю проще. Страна непуганных президентов. Непуганных. Зинаида Петровна, этот год был непростой для вас, потому что очень сложный. Связано это с тем, что вы приняли участие в местных выборах, вы баллотировались на пост генерального примара. Вот по-человечески, не жалеете о том, что пришлось через это все пройти? И какие уроки вы для себя извлекли вот из этой конкретной кампании? Я, в принципе, не имею о чем жалеть. Мне жаль, что Тишинёв потерял. Я, кроме того, что выиграла личную свободу, я ничего не потеряла. Я помню, когда я вас спросила после выборов. Я помню, да. Вы, наверное, с радостью даже сказали, что все-таки. Не то, что с радостью. Мне очень жаль, что Кишинёв потерял. Потому что творится с нашей столицей, с Кишинёвым, это страшно, это ужасно. Как работает сегодня муниципальный совет, это тоже видят очень все. Ужасно. Видят все. И надо признать, что, в принципе, то, что сделали, я не буду вдаваться в эти подробности, потому что на многие наши заявления и обращения в суд о том, что были сфальсифицированы на некоторых участках выборы, конечно, никто никак не отреагировал, потому что и счетчик в руках у кого был у правящей коалиции. Да. И, видимо, они очень постарались, чтобы социалисты не выиграли. Хотя в Кишиневе, надо сказать, в самом городе, в Кишиневе мы выиграли 51%. Произошло за счет пригородов. Пригороды напугали, что если придет Гречана, это она вас отошлет не знаю куда, что вы не будете в составе муниципалитета. Да ничего подобного делать не надо.
Надо заботиться о тех людях, которые в этих пригородах живут. А делать просто красивые декларации и оставлять Тишинев в той яме, в которой он находится, и это уже не город, не цветок из камня, я не знаю, во что превратился. Груды мусора везде. Ну, я даже это не хочу говорить, потому что граждане сами видят каждый это прекрасно. День, да, и каждый день этого. Результаты. Мне жалеть ни о чем. Я рада, что наша команда социалистов имеет 19 мандатов в муниципальном совете. Это боевая команда, это достойная команда, которая будет работать. И кроме того, то, что мы людям что-то обещали помогать дальше, мы будем людям помогать, простым гражданам, через наш фонд «Солуция». Мы будем помогать нашим гражданам в Кишиневе через молодежную организацию, через «Экитат». Мы о людях не забываем, в том числе и через юридическую помощь, потому что мы оказываем им бесплатную юридическую помощь. То есть с людьми мы будем работать. Мне, знаете, мне сегодня не стыдно идти по Кишиневу пешком, идешь по улице, и, наверное, каждый второй, третий останавливает, говорит: «Здравствуйте, Зина Петровна, мы за вас голосовали. Почему же вы проиграли?» Вы представляете, вот это общее ощущение. Да, эта энергетика, безусловно, она да. передается. Поэтому вы же знаете, что я не первый раз принимала участие да. в выборах в муниципальных выборах. Вы даже выборах. Должны были выиграть выборы, если бы была явка. Помню, был да, такой. Да, было в 2005 был году, потому что если тогда порог был не 30%, а 50% тогда, был, тогда был 50%, а приняло участие только 44,4%. Ну, был и такой опыт. Но вместе с тем, я думаю, что партия социалистов от этого только выиграла. Сейчас, конечно, мы будем растить своих людей, потому что в местных мы попали в парламент без того, чтобы участвовать в местных выборах. Обычно идет другой порядок. Сначала партия выигрывает на каких-то большинство местных выборов, а потом попадает в парламент. Мы сначала выиграли парламентские выборы, а потом заняли третье место на местных выборах. Ну, на местных выборах надо понимать, что в территории это же надо еще людей вырастить. Поэтому мы будем растить и своего кандидата на генерального примара. Зинаида Петровна, я очень часто вспоминаю один наш с вами разговор. Какой? Вы сказали мне так: знаешь, вот всю жизнь я руководствовать принципов. Я делаю то, что нужно. Нравится, вот не нравится иногда. Иногда устала. Ну вот нужно. Что делать, да, если думать только о себе? Вот, когда мне тяжело, я вспоминаю эти ваши слова и говорю себе: надо, Люда. Есть надо. Такое слово. Надо. Да. Действительно надо. И вот сейчас поздравляю вас с Новым годом. Я хочу пожелать вам только одного, чтобы вот это «нужно» в вашей жизни совпадало как можно чаще со словом «хочу». Ой, никогда не думала. Да, вот и мне кажется, что в этом есть секрет абсолютного, наверное, счастья, если это будет совпадать очень-очень часто. Дай мне кажется, Бог, что вы этого заслуживаете. Спасибо огромное. Вообще-то это было бы действительно, наверное, для всех наших граждан, для всех людей, потому что, понимаете, внимание к людям нужно не только в праздники, в предновогодние праздники. Да. Люди должны чувствовать, что они нужны своей стране каждый день. Люди должны чувствовать, что о них помнят тоже каждый день. Потому что о них вспоминают только какими-то подношениями перед Новым годом, перед Пасхой, делают благотворительность. Да, это нужно, это никто не отменял. Но вместе с тем это совершенно недостаточно для людей. И есть еще одно. Я бы хотела, чтобы наши политики, которые делают, занимаются какой-то благотворительностью, делали это от души. Потому что когда это постоянно пиарят по телевидению, мне кажется, что это люди воспринимают как какое-то подношение с барского плеча. Я, например, они просто не верят в искренность. Не верят, а там и нету никакой искренности. Отнести какой-то подарок бедной семье, из этого распиарить на всю страну. Зачем это нужно? Если ты делаешь, занимаешься благотворительностью, делай со всей душой.
А вообще, людям бы хотелось пожелать в преддверии Нового года, Рождества, побольше светлого в душе, побольше человеческого отношения, чтобы мы все были немножко добрее, немножко внимательнее друг к другу, чтобы люди не разочаровывались в своих правителях, чтобы они выбирали тех, от которых им было бы комфортно. А вообще очень бы хотелось, чтобы каждый человек рядом с собой сделал хоть своих близких счастливыми. Да. И тогда он точно не зря прожил на этой земле. Самое главное на Новый год – это чтобы собралась вся семья, чтобы приехали дети. И чтобы был этот стол, все сели, и я увидела всех вместе. Вот тогда сердце, как говорится, материнское будет, наверное, счастливо. Это точно. Но я, у нас дома такая традиция – все празднуют Новый год дома у нас. Дети, внуки. Собирается большая семья, если раньше приходили гости, был полный дом. А сейчас собственная семья, полный дом. Бабушки, прабабушки, дедушки, внуки, дети, все вместе. Ну, собирается здорово. Большой. И интересно, как в этом году будут ходить коледовать, но в прошлом году у меня даже был целый цыганский табор. Вы очень хорошо сказали, искренне и от души. И могу сказать, что вот желаю всем нашим гражданам, да, чтобы следующий год был немного лучше, вот, чем этот. Он был очень тяжелый, и чтобы настали такие времена, когда каждый из нас испытывал бы невероятную гордость от того, что он является гражданином Республики Молдова. С Новым годом, страна!